Обычное утро на корабле капитана Флинта. Что это? Королевский флагман! Черт! Юнга! 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 Да, капитан! Сообщи тому кораблю, что они движутся прямо на нас. Капитан, к вам посланник короля. Пираты, к вам письмо от короля. Убейте его! Убейте его, убейте его! Молодец! Молодец! Я предлагаю вам взамен на перемирие 12 сундуков золота. Где золото, расскажет посланник. Придурки, зачем вы убили его? Зачем вы убили его? Черт возьми, мы уже месяц плаваем на этой посудине. И команда недовольна вами. Да ну дай! Подожди-ка. Мы умираем от голода. Да ну дай! Подожди-ка. И целый год не видели женщин. Да ну подожди-ка. Да дай я пройду. Чо? В общем так, командование беру на себя я. Это бунт! Да, это бунт! Стоп, я... стоп! Мы же друзья! Какие мы друзья? Мы хотели показать, что под личиной друзей могут скрываться злые, нехорошие, алчные люди. Которые ради куска золота готовы поубивать друг друга. А это уже не КВН. Ну что ж, представьте, аэродром Тушино. Переходим к фигурам высшего пилотажа. Черт! У меня отказывает правый двигатель. Меня несет в зал. Посадка прошла успешно. Расчисти полосу, мы все идем на посадку. Легко. Ну что? Все? Да? Как все, Давид? Подожди, ты же хотел поговорить с Сан Санычем. Да, как ты стесняешься. Иди, Давид, другого шанса может не быть. Давай, давай, нормально. Давай. Иди, Давид, скажи ему то, что ты давно ему хотел сказать. Возьмите нас в полуфинал. Не так давно. Ой, тут. А вы что, к нам в высшую лигу не заходите? Это уже перескочил. Что-то не получается у меня. Может, я попробую с Александром Васильевичем? Точно. Принесите лестницу. Там не было. Как не было? Да я пошутил, вот она. Александр Васильевич, я вот что на лестницу залез. Просто хочется поговорить с вами как бы на равных, что ли, я не знаю. Понимаете, Александр Васильевич. Прикинь, друзья, не обманули, вот там действительно педальки. Вот это. Чемпион, чемпион должен быть красивым, но не Томск, не Москва, и, конечно, не друзья.